Киеве в эти минуты сотни людей собираются у стен Верховной Рады. Новый пикет устроили работники и владельцы предприятий сельхозотрасли. Они требуют отказаться от идеи обложить налогом на добавленную стоимость продукцию животноводов, которые раньше были освобождены от НДС. Введение сборов больно ударит по всему аграрному сектору, который, лишившись рынков сбыта в России и не обретя новых в Европе, оказался на грани полной деградации. В украинском парламенте сейчас как раз решают вопросы, связанные со льготами. Правда, предоставлять их будут не реальному сектору экономики, а боевикам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе. Их, в частности, предлагают освободить от уплаты судебных сборов.